Делегация из Дагестана отправилась в Донецкую и Луганскую народные республики, в состав которой вошли помощник главы Дагестана Магомед Гаджимагомедов, заместитель министра спорта Республики Дагестан Гайдарбек Гайдарбеков, чемпион мира по рукопашному бою Шахрудин Магомедов и дзюдоист Магомед Магомедов. Представители Дагестана провели встречи с руководством регионов, главами Министерства спорта, президентом Федерации бокса Луганской народной республики и муфтием Донецкой народной республики Рашидом Брагиным, который в свою очередь отметил проблему нехватки теологов в регионе. Вследствие чего было предложено направить молодых людей из ДНР и ЛНР в Дагестан для обучения. А также помощник главы Дагестана предложил муфтию самому посетить республику для дальнейшего сотрудничества, которое поспособствует сплочению людей между регионами. По словам представителей Республики Дагестан, наши земляки большое внимание уделяют развитию образования и спорта на родине и проявляют инициативу помочь и другим регионам в их развитии.